Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств. Он военный, был в командировке на Кавказе, переписывались, общались по видеосвязи. Завязалось нежное общение, присылал цветы, 2 месяца плотного общения, обо всем признание в большой симпатии. К слову, мне 40, я хорошо выгляжу, у меня дети 15 и 10. Ему 35, семьи и детей не было, с его слов из-за его работы и командировок. И вот он приехал, встречи, цветы, прогулка, интим, его ежедневные сообщения, что я его радость и смысл всего, и что он счастлив нашему знакомству. Через 3 недели он сообщает, что уезжает в Крым навсегда, пришел приказ о его переводе в другую часть, он просил давно его привезти, писал заявление и через 3 дня уезжает. А в СМС спросил, могу ли я поехать с ним, только не уточнял ничего, что и как. Я сказал, что ответ мой известен, что мы не так знакомы, чтобы мне все бросить ехать с детьми так далеко жить. К слову, мы из Пскова. Я пожелал ему всего хорошего, он спросил, увидимся ли мы, я сказала нет, и все. Он ехал, и ни слова больше. Уже 5 дней я переживаю, как так можно было говорить мне о том, что я его смысл радости. Не сказал, что такое заявление о переводе им написано. Он знал, что его рано или поздно переведут, но молчал. Как теперь доверять мужчинам, дайте совет, в чем мои ошибки. Ирина, мне кажется, что ваша ошибка в данном случае заключается в том, что у вас, судя по описанию, значит, за спиной неудачные отношения с мужчиной, с отцом детей. Вот. И я думаю, что для того, чтобы нам разобраться в том, какие конкретные ошибки вы допускаете, и что в вашем поведении вот, ну, требуется корректировать, нам нужно сделать анализ ваших отношений с отцом детей ваших, вот, и, соответственно, дальше уже смотреть. Если имел место быть развод, вот, то, соответственно, имело место быть и травма развода. Соответственно, травму развода необходимо прорабатывать. Вам необходимо ее прожить, отпустить, чтобы она не влияла на ваше поведение с мужчинами, да? Это первое. Второе. Сама ситуация в целом, вот в целом ваш рассказ очень похож на то, что вы искали, можно сказать, способ в ком-то раствориться. То есть вы искали способ на кого-то опереться. У меня было ощущение, что вы искали костыль. То есть вот то, что вам в вашей жизни сейчас нужен костыль. Если быть точным, то вам нужно быть смыслом жизни какого-то мужчины. Да? То есть не вы для себя смысл жизни, не вы сами транслируете и сами реализуете свой смысл жизни, свою жизнь, свои интересы, увлечения, ценности, хобби, а вы хотите стать смыслом жизни мужчины. Вот хочется спросить, а почему так, да?
сама эта вся ситуация с первых слов уже вызывает недоверие. То есть познакомилась вообще на сайте знакомств. Как бы сайт знакомств — лучшее место для серьезных партнеров. Нет, конечно, исключения встречаются, исключения есть везде, но это исключение того вида, что в качестве исключения можно иногда выиграть в казино. Вот какие-то такие исключения. То есть в целом вот знакомство на сайте знакомств для отношений уровня «ты мой смысл жизни», мягко говоря, ну как-то вот немножечко свидетельствует о вашем отношении к себе, да, вот, каком, либо наивным, либо очень импульсивным, либо обесценивающим. Дальше. Значит, вы пишете: он военный, был в командировке. Но если человек военный в командировке, это не свободный человек. Он, условно говоря, выполняет приказ. Но в своей жизни он не распоряжается, потому что он военный. То есть себе человек не принадлежит. Вы пишете, что переписывались, общались по видеосвязи. Супер, прекрасно. Вопрос в том, какое значение вы этому придавали. Завязалось нежное общение по ситуации. Ты 2 месяца плотного общения обо всем и признание в большой симпатии. Это больше похоже на страсть, а с его стороны. Вот. А с вашей стороны это похоже на то, что вы нашли, скажем так, приложение своей энергии. Понимаете, да? То есть, наконец-то я нашла, на кого мне можно, как бы, направить свою энергию. Вот. То есть, так вот я себя чувствую, там, не знаю, нереализованной, например. Например, зажатой, да? И вот человек дал мне возможность свою энергию реализовать. Вот. Понимаете, да? Вот на что это похоже. Потому что, извините, только по видеосвязи, только по переписке, ну вот, большая симпатия, ну, возникнуть может сильно вряд ли. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Ну вот. В данном случае о чем идет речь? Надеюсь, что понимаете. То есть, да, может симпатия возникнуть в целом. Никто не говорит, что ее не может не быть, симпатия. Она может быть, ну, симпатия. Но, простите, какого рода это симпатия? Вот в чем здесь
основной вопрос, на который, ну вот, в данном случае, к сожалению, нет ответа. Но, да? Дальше. Мне 40, пишу, я хорошо выгляжу. Какое значение для вас имеет возраст? И какое значение для вас имеет то, что вы хорошо выглядите? Нет, поймите правильно. То, что вы хорошо выглядите, безусловно, неплохо. Но достаточно ли этого для построения серьезных отношений? Вот. Ну, вопрос, на мой взгляд, несколько риторический. Вот. Понимаете, как бы. Поэтому общение обо всем, опять же, вполне может быть общением и ни о чем. Потому что что между вами общего? Чем характерно знакомство в интернете? Тем, что у людей, как правило, почти общего ничего нет. А симпатия возникает только на уровне гендерно. Да, как бы. То есть просто вот, что называется, гендерная симпатия. То есть, ну вот, вы нравитесь, там, условно говоря, мужчине только как женщина. Вот, и всё. Понимаете? То есть, оно может быть и неплохо, но для серьезных отношений, тем более для смысла жизни, этого мало. И вообще, мне кажется, несколько, знаете, как бы вот, ну, не слишком ли опасно, что ли, не слишком ли, как так сказать, не слишком ли предвзятыми будут отношения, где один человек является смыслом жизни другого. То есть это как некоторая зависимость, как будто бы получается. То есть мне кажется, что смысл жизни у человека должен быть как минимум свой. То есть мне кажется, что смысл жизни человеку нужно самому как-то вот стараться найти, а не делать им другого человека или себя позиционировать так. То есть это, мне кажется, бегство от себя. И вы таким образом, мне кажется, точно так же бежите от себя. Вот. Вот это вполне может быть вашей основной проблемой. Я говорю «может быть», потому что я не знаю. Я говорю «может быть», потому что нужно это подтвердить или опровергнуть в данном случае конкретно.
Ему 35, 70, не было с его слов из-за работы и командировок. И, конечно же, вы поверили, что вы станете для человека смыслом жизни. Вот до этого, 35 лет. Ну ладно, не 35 лет, хорошо, он там, вот, сколько времени он без семьи, да, и без детей, вот сколько времени он без этого, ну, без этого всего находится, вот. И вы поверили, что именно вы по переписке, да, стали для него смыслом жизни. Внезапно. Понимаете, да? То есть вот настолько вы как бы готовы бежать от самой себя. Настолько вы готовы убегать от самой себя. Настолько вы готовы игнорировать в данном случае себя. Ну, как мне кажется, по крайней мере, да, то есть как бы я не, ну, я не берусь утверждать как бы на 100%, но как минимум, это, мне кажется, повод задуматься. Вот. Как минимум, мне кажется. Это повод подумать. Понимаете, да? О чем в данном случае я говорю. Дальше. Значит, он приехал, встреча, цветы, прогулки, интим, его ежедневное сообщение. Через 3 недели он сообщает, что уезжает в Крым навсегда. Пришел приказ, его приводит в другую часть. Ну, я думаю, вы понимаете, что слишком все это быстро происходило. То есть, вот как бы, слишком это все быстро происходило. Вы этому верили? Но верили вы этому, как мне кажется, только потому, что верить в этому хотел. А вот что, условно говоря, вас, так скажем, сподвигало верить, почему вам так легко было поверить в это? Это вопрос хороший. Я думаю, что на него, на этот вопрос, можно будет ответить, ну, поговорив с вами, вот, пообщавшись с вами более, скажем так, ну, более подробно поговорив с вами. Вот. Тогда вообще можно будет, на мой взгляд, ответить и на этот вопрос. Пока что на него ответить, ну, сложновато. Потому что история вашей жизни, она несколько, ну, не ясна пока что. Надеюсь, что вы, ну, надеюсь, что вы сами это понимаете, да, и надеюсь, вы понимаете, что очень важно не давать таких вот заключений в отрыве, как бы, от реальности, вот. То есть, то, что, например, я сейчас делаю, да, это вот в какой-то степени именно то, именно вот подобное, но лучше все-таки так не делать. Лучше все-таки
сначала выяснить, как обстоят дела. Вот, и уже потом давать, делать какие-то выводы, уже потом какие-то вот, ну, рекомендации вырабатывать. То есть, понимаете, вы чего-то ожидали в данном случае, и вы в своих ожиданиях обманулись. И теперь вы спрашиваете, как доверять мужчинам. А никак. Вам не нужно доверять мужчинам в этом смысле. Вам нужно в этом смысле доверять себе, а не мужчинам. Вот. Как бы важно, чтобы вы доверяли именно себе в первую очередь, а не мужчинам, чтобы вы опирались на себя в первую очередь, а не на других людей, чтобы вы продвигали в первую очередь себя, свои ценности, свои интересы, чтобы вы реализовывались, чтобы вы куда-то двигались, чтобы вы куда-то шли. Вот. И вот как раз тогда уже и можно будет говорить о том, что вам будет гораздо легче выстраивать отношения, гораздо легче, чем вы это делаете, грубо говоря, сейчас. Сейчас вам отношения выстраивать, ну, скорее всего, по этой причине. Мне кажется, сложно. И, в принципе, вас, ну, можно понять. Можно понять, почему вам сложно. Это вот, ну, почему вам сложно выстраивать вот отношения. Вот, потому что у вас есть ожидания. Там, где есть ожидания, там нет какой-то такой вот искренности, там нет какой-то такой свободы, там нет легкости в общении, да, вот в поведении, в отношении, как бы. А вот, то есть это вот, к сожалению, есть вот такие нюансы в данном случае. Как-то так. То есть обратите внимание, вы переложили ответственность на человека, на свою жизнь. Вот. И потерпели в данном случае фиаско. Да, вот хорошо еще, что его позвали относительно быстро, вот, 3 недели. А если бы это длилось дольше, что бы тогда было, если бы это вот история длилась там, к примеру, не знаю, например, несколько, допустим, месяцев. Понимаете, как бы, в чем штука. Поэтому тут вот, конечно, ситуация, я бы сказал, печально в этом смысле, вот, но не решаем. То есть мне кажется, что вы находитесь вот в определенном кризисе. Сейчас вы находитесь в определенном кризисе.
таком вот жизненном, в определенном жизненном кризисе вы находитесь. И вам нужна помощь, чтобы из этого кризиса выйти. Чтобы вы не поддавались вот на такого рода ситуации. Это и работа с вашим отношением к себе, это работа с вашими чувствами, это работа с вашими трудностями, страхами, тревогой, проблемами, которые у вас сейчас есть. То есть целое наполнение вас жизнью, энергией, и чтобы вы сами были смыслом и радостью в себе, вот. И никому больше, в первую очередь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.